Акт служебного расследования несчастного случая. Дата и место несчастного случая. Фамилия, имя, отчество пострадавшего. Обстоятельства несчастного случая со слов очевидцев. Гражданин, фамилия, имя, отчество. Нарушая правила, бежал по эскалатору. Потерял равновесие и упал на движущиеся ступени. Исход несчастного случая – перелом тазобедренного сустава. Так, повторите эксперимент. Егор, пошли. Егор, пошли, говорю. Пошли, пошли. Да пойдем. Да пошли, говорю. Повторите. Перелом голеностопного сустава. Сотрясение мозга. Травма позвоночника. Обстоятельства несчастного случая. Гражданин, фамилия, имя, отчество. Нарушая правила, засунул пальцы правой руки под поручень, находящийся в состоянии скольжения. Исход несчастного случая – перелом второй и третьей фаланги пальцев правой руки. Дети, оставшись без внимания взрослых, могут засунуть ножку в резиновой обуви в щель между балюстрадой и лестничным полотном. Из-за невнимания взрослых – несчастные случаи. Обстоятельства несчастного случая. Гражданин, фамилия, имя, отчество, находясь за ограничительной чертой платформы, свесился в сторону подходящего поезда и был сбит последним. В результате перелом нижней челюсти. Thank you.
обстоятельства несчастного случая. Гражданин, фамилия, имя, отчество. После объявления о закрытии дверей пытался проникнуть внутрь вагона, из-за чего произошло защемление левой руки. В результате тяжелая травма. Да, случаи, рассмотренные нами, к сожалению, имели место в практике метрополитена. Будьте внимательны. Соблюдайте правила пользования метрополитеном.